Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил 1 августа 2016 года Индонезию с официальным визитом. В ходе своего визита, кроме встреч с руководством Индонезии, Рахмон принял участие в форуме исламской экономики, а также провел встречи с представителями ряда стран. В ходе встреч основной акцент был сделан на привлечение иностранных инвесторов для поддержки экономики страны. Эксперты отмечают, что таким образом режим Рахмона надеется привлечь инвесторов из исламских стран для спасения критической ситуации в экономике страны.